Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики канала. Мы находимся в Краславе, в моем родном городке. Сейчас прокатимся немножечко на заправку и помоем машину. Ну и заправимся, конечно. Мы сейчас едем по улице Венебас, по правую сторону пятиэтажки района аэродрома. По левую сторону поворот был на Берендеевку. И мы продолжаем движение прямо в сторону Кривой Версты. Сейчас по правую и по левую сторону частные домики. Пятиэтажки мы проехали. И впереди мы повернем направо, на бензоколонку. Летом попал на твою камеру? Не знаю. Я не смотрела? А на что ты смотришь? Я смотрю, чтобы качество было. Ну да, наверное, тогда попал. Ой, что-то меня лучок вспоминает. Чтобы не... Что у нас есть дома сладкого? Сок? Приду к тебе чай. Ну да, да. С булочками со шпеком, а завтра не потянусь. Пойди. Ему жарко, у него спина. Будешь машину дяде мыть? Колеса дам помыть. Так, а там велосипедисты едут. Ну вот мы помыли машинку, поехали дальше с нами кататься. И ползут еще. Ну, убегают. Вот, дождь вверх называется. Если я протру, то воск этот сотрется просто тряпкой. Я поняла. Это надо раз... либо без воска тогда да, ее да, мыть. Да. Ой, надо тормозить на 40, наверное. Ну да, тут граница. Где повернуть? Ну, где хочешь, около Тодоса, наверное. Перед Тодосом? Да, чтоб костел этот. Скажут, ездит одна и та же самая машина, создает движение в вашем городе. Да что вы хотите, один маленький город. Сейчас еще кабриолет проедет. По левую сторону Староверческая церковь. Вот проезжаем. И мы едем по улице Ригас от поликлиники в центр города. Ревня!
Да, рёв не жавёшь. Не живёшь, а... Гараж? Да. 2 минуты только так. Впереди возвышается католический костёл Святого Людовика. По правую сторону каменное здание. В моем детстве было кафе Янюпита. А сейчас мы свернули на улицу Базницес. Впереди когда-то стояла гостиница. Снесли ее недавно, и теперь пустое место осталось. Парковку сделали. Мы свернули на улицу Райня. По этой улице я когда-то ходила в школу. Какая это улица? Лакстагала? Да. А Латгалас тогда там наверху?